В этом мире ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, несмотря на то, что Аллах дает тебе. Ты никогда не будешь по-настоящему доволен. Наш мир создан разбивающим сердца. Он был создан таковым. Если ты хочешь обрести счастье в этом мире, то ты ищешь не в том месте. Как вы можете чувствовать себя никчемными, мои дорогие братья? Как вы можете чувствовать себя никчемными, мои дорогие сестры? Ты не раб Аллата или Аль-Уззы, или Исы, или Кришны, или Ганеши. Ты не раб моды, денег или славы, красоты, власти или положения. Ты раб Аллаха. Аллах избрал тебя из миллиардов человеческих существ. Аллах избрал тебя и одарил исламом. Боль и страдания несут в себе негатив, если из-за этого создается барьер между тобой и Всевышним Аллахом. Но боль и испытания становятся положительной мотивацией для тебя, если при этом ты возвращаешься к Аллаху. «О мой раб! Вернись ко мне, своему Господу, о мой раб, это напоминание тебе, что я хочу вернуть тебя к себе. На них не будет страха, и они не будут опечалены. Не переживайте, о мусульмане, из-за того, что еще не произошло. Это просто страх. И не переживайте из-за вещей, которые уже произошли. Все уже предписано. Для мусульман самым горьким лекарством является именно шестой столб веры – предопределение Всевышнего. Мы не хотим признавать этого. Мы забываем о могуществе Создателя. Мы забываем о всеведении Аллаха. Мы забываем, что произошли из капли, и мы были ничем. И мы так боимся, потому что забываем. Мы боимся и забываем, что Всевышний все контролирует. Поистине, каждого из вас мы подвергнем испытаниям, лишением имущества, утратой близких, убытками в торговле. Так что если у тебя в сердце есть Аллах, то у тебя есть все, что тебе нужно. Если же в твоем сердце нет Аллаха, то ничего, ничего из того, что ты желаешь, не сделает тебя счастливым. И поистине, в конце концов, ты останешься ни с чем. И клянусь Аллахом, это истина, это не ложь.